Клипе. Это маленький такой диск. Маленький, ну, диск нормальный, но всего 3 песни. Мы записали такое демо. И, в принципе, сейчас мы сыграем эти 3 композиции. Да, кстати, он у меня еще есть. У меня еще осталось, наверное, несколько экземпляров этого диска. Мы его не продаем. Мы его не продаем, но берем как бы Мурат Трума. Мы студию сняли. Вот сейчас у нас своя спайберговская студия есть. Приезжайте. На самом деле, можно сказать, ура! У нас есть своя студия. Ура! Нет, классная студия. Спасибо. Но мы все равно очень рады приезжать в Варшаву. Мы были в нашей студии прямо до секунды до отъезда. А потом приехали сюда и нам очень здесь приятно тоже. Спасибо, что вы с нами сегодня. Спасибо.